Добрый день, друзья. Ну, я предлагаю быстренько пробежаться, посмотреть, какие же все-таки у нас произошли изменения с режущими кромками на ножах. Хотел показать ножи прямо сразу после их теста. Но не получилось, потому что там, сами понимаете, все в таком крови, жиру и прочее. Итак, смотрим. Ясный сокол. Ну, изменений нет. Ай, вот здесь вот что-то вот в одном месте. Вот, вот тут. Вот, в одном месте поблескивает. Ну и то это на грани такого ощущения, скажем так, изменений. Так, идем дальше. Якут. Ну нету, вообще ничего нету. Так, убираем. Ну и смотрим на фин, на котором досталось больше всего. Ну, здесь сразу видно, вот. Вот пошли места, которые мы ударяли по ребрам, по костям. Вот они. Здесь видны сразу изменения. Где-то здесь вот сейчас попробую показать. Вот, видите? Вот в этом месте. Прям такое заметное замятие. Сейчас попробую сфокусировать. Вот, прямо здесь. Ну, в принципе, это, опять же, повторюсь, мне кажется, это на таком, на грани ощущений. Ну, давайте с вами попробуем порезать бумажечку. Ну, вот, да, вот он. Теми местами сначала идет хорошо. Ну вот, да. Вот он теми местами начинает немножко подрывать. Попробовать резко. Ну, резко, как будто бы ничего. Чуть в конце, конечно, рвет, но в целом показался хорошо. Опять же, если снова взять его по мясу, то практически вы не ощутите разницы. Ну все, всем спасибо, до свидания.